Что такое Луна и где ее можно увидеть? Луна – это самый главный спутник нашей Земли. Она вторая по яркости. Летает вокруг нашей планеты. Ну, обходит ее. А Луна бывает круглой и полумесяцем. На ней можно ходить, только надо... Ее можно увидеть на небе, в космосе. Туда летают космонавты, люди. Туда можно прилететь к Луне и приземлиться, походить, флаг поставить. В космосе есть звезды, еще есть метеориты, космическая станция. Можно увидеть Солнце, планеты, звезды, Луну. Планеты бывают разные. Там есть Сатурн, Нептун, Уран. Расскажи о любой планете. Мне нравится наша планета. В нашей планете есть воздух, реки, много воды. На Земле живут люди. Катаются они на велосипеде, на самокате. Плутон – это самая маленькая планета. Она дальше от всех планет. Она вращается вокруг Солнца. На Плутоне холодно, потому что она находится в самом конце. Юпитер. Она выглядит круглой. В Юпитере можно ходить и открывать что-то новое. Мне нравится Сатурн. Там ученые не доказывают, что там никто не живет. Туда никто не прилетал. Там холодно. На нем никого не было.